Заебись, ты сфоткала пустоту. Как листать, я забыла. Да нет, не то. А, вот так. Надо закупить спид поездкой. Может, сначала сходим поужинать? Я через минуту написал. Точнее, через две. Три. Может, и не сходим. Короче, пошли обезьянничать. Слишком поздно. Записывайте, мальчики, бесплатные уроки от енотика. Она уже не сидит делать. Бля, мне, кстати, всегда казалось, что это, ну, типа, не особенно приятно. Слишком много телодвижений, и при этом, как бы... эффект от этого. А. Как будто бы мало. Все вокруг такое тихое и первобытное. Меня не покидает чувство, что лис мне что-то шепчет. Вот именно. А так сидишь все спокойно, что-то там на своем уме. Не переживаешь вообще ни о чем. А где... как мне залезть на эту штучку? О, а здесь меня собьет. Нет, туда мне не нужно. Спасибо за ответ. Что написано? Спасибо за ответ. Жди дерьмо и живи дальше. Ладно. Поэтому девки чаще бревно, да. Это самое жуткое, что здесь есть. Давай, куклы, по-моему, более. Блядь, а как залезть-то, ёб твою мать? Так, можно использовать эту доску как мост. Она вроде не особо тяжелая. Пользуй. Или там залезть как-то надо. Какая мерзость. Жутковато видеть эти старые шприцы здесь. Вообще похуй. Гильзы, похоже, свежие. Это я стреляла. Бигфуты были здесь. Ой, а где? А, вот. Намного тяжелее, чем я думала. Осталось последнее. Что-то дать тебе своим вопросом. Наверное, мне ничего не остается, кроме как молча позволить куче людей по всему миру. Мое видео. Кейт, я не это имела в виду. Я просто хочу, чтобы ты была осторожна. Уже слишком поздно, но спасибо, что ответил. Сейчас очень нужен. В твоей стороне. Чмоки, еще увидимся. Эта свалка тут еще клоповник, здесь. Но я понимаю, почему Хлоя зависает здесь. Стимпанк — это ее. Я чувствую, будто мы с Хлоей снова в детстве. Прячемся где-то, строим планы на будущее. Так, а последнее где? Или мне 4 надо? Или 5.
Я приготовлю полигон, а ты ищи бутылки. Пятую не могу найти. Я обычно столько бутылок не использую за раз. А как сфотать? Трудно представить, что когда-то он ездил по улицам до отказа, набитый учениками. Делаю. О! Заебись. Я бы тоже хотела такой фотик, но... Для него вроде эти штучки... Я знаю, что здесь есть место для костра, где все тусуются. Ну, типа бумага это. Она дорогая вроде как. Да ты шо? Так грустно видеть лодку на суше. Интересно, кем были ее владельцы и где они сейчас? И еще банки-то. Банки, склянки. Здесь должно быть все в банках. Это же свалка. Тряпки, точнее. Это была олдскульная панковская футболка. Думает ли Хлоя об отце, когда видит все эти искорёженные машины? Конечно. Её отец — это искорёженная машина. Я знаю, что здесь есть место для костра, где все тусуются. Эй, да ты шо? А я не знаю. Где это место для костра, где все тусуются? Если я его уже видела, это не значит, что я помню, где оно. Значит, что я помню, что я помню. Нет, не тут. Отсюда видно было. Да он на тебя хуй забил. Чего? Как? Каким образом? Я не могу найти еще одну бутылку. Где она? Где она? Я не хочу идти туда. Я хочу. Не бутылки. Я знаю, что здесь есть место для костра, да, где все тусуются. Да ты шо? Правда, что ли? Чего? Это вообще? Где это может быть? Может, тут где? Нет, туда мне не нужно. Быстрее! Давай! Ну это я поняла. Работает нам.
Потому что мне Steam так не выебывается. Ну где эта банка, блядь? Подсказку мне можно? Банка, give us a sign. Как будет это? Я знаю только глаз. А банка как будет? A cup of beer. О, а вот это что такое? Это не банк? Ну это жестяная, почему нам жестяные не подойдут? Стеклянные тоже. Я знаю, что здесь есть место для костра, где все тусуются. Да я не ебу, где это место для костра отстали. Пытаюсь его найти. Нету здесь. Нету. Это место. Там что-то горит. Машина. Спряталась, сучара. Я сейчас туда как забегу. Узречу. А такая. Вуаля! Пора отнести нашу добычу капитану Хлое. Уверена, что это популярное местечко. Не, я-то думала, что типа это просто дым из какой-то машины, которую недавно выпустили, и она такая вш, и все, и загорелась нахуй. Теперь надо найти Хлою. Или как ее там? Хлоя же? А, я потерялась. Где она? Где она? Не тут. Где? Блядь, женщина, вы где? А Хлоя. Спасибо. Одну отдала чисто. Вообще поебать. Тебе еще одна есть, что ты? Стоп. Последний на пасашок. О, ты это серьезно? Мы подстрелим все бутылки, ни разу не промахнувшись. Макс, помоги прицелиться. Давай, направляй меня. Сначала нужно выстрелить. Подожди, как там правее надо, получается? Слегка правее. Сэр есть сэр! Офигеть! Ты это видела, Макс? Да. Охуеть, как круто! Теперь давай вторую. Итак, Макс, куда стрелять? Ты прицелилась. Жми на курок. Возьми чуть выше. Прямо промеж глаз. Берегись, Нейтан. Вот это веселуха! Давай, подруга, найди мне еще одну цель. Хочу быть креативнее. Укажи мне цель, Макс. Алло! Давай проучим вон тот обод слева. Ну берегись, коварный обод. Сука, да! Отличный выстрел, Текс. Вот это я понимаю. Ну что, довольна? Как никогда. Я хочу еще один сверхубойный выстрел. А как насчет вон того драндулета? Плохая идея. Подруга, мне сперва цель нужна. Давай куда-нибудь, чтобы... Вот туда явно не стоит, но давайте ну, попробуем. Макс. Я знаю, что нет, посмотрим, но... что будет, если попадешь в бак. Отойди. Сейчас будет бум. Нас сейчас видим, да? Бум! Машина минус, среди бутылок потерь нет. И это убегаем, потому что... Его все будет из-за этого. Будет бум!
Нет, не надо. Ой, что-то... Чтобы было безопасно. Ой. Ну, Макс. Пусть разлетится лобовое стекло. Берегись осколков. А то в шину, и оно улетит куда-нибудь. На... Ну, в смысле, укатится. Эй, вам лучше бы спрятаться. Бутылкам все нипочем. Зачем? Эй, вам лучше бы спрятаться. Бутылкам все нипочем. Зачем? Ладно. Подруга, мне сперва цель нужна. Этот бампер тут. Проучи-ка этот бампер как следует. Прощай, жестокий бампер. Боже! Я тебя подстрелила! Мотай! Мотай! Твою мать! Держись, Хлоя! Прощай, жестокий бампер. Нет, нет, нет. Пиздец. Ладно, подруга, все-таки, наверное, в шину. Давай подстрелим левое колесо. Адьос, колесо смерти. Бля, ну я же знала. Убойно. Поверить не могу, что это на самом деле. Моя подруга супергерой. Теперь твой черед спустить курок. Я не знаю. Готовилась, да-да-да. Макс, у тебя кровь? Черт! Я... Ебала. Мне что-то нехорошо. Вы там родственников вывозите, вся хуйня. У вас ураган через 2 дня, нахуй. Или ты сколько там? А вы сидите по бутылкам, нахуй, стреляете. Ты меня перепугала. У нее обручальное кольцо. Стало лучше. Немного. Спасибо, что помогла. Просто дай мне минуту. Слишком много экшена для Аркадия. Недостаточно. Дай мне, дай. Но это весело. Страшно и глупо, но весело. Дай знать, когда полегчает. Боже, эти силы правда что-то делают с моей головой. Хорошо, что я в норме. Надо поговорить с Хлоей. Боим? Что ж, похоже, ты готова рвать и метать. Я что-то не уверена. Ты боишься, что ли? Ой, хнык-хнык, Макс боится. Я знаю, ты справишься. Я с тобой. Давай, чтоб я гордилась. Ай, ножка болит. Ай-яй. Стоп, еще. Эй, это же Тельма и Луиза. О, или Бонни и Клайд? Извини, Фрэнк. О, прости, Хлоя. Не буду мешать вам налаживать узы. Я слышал выстрелы и треск стекла. То, что вы играете с оружием, очень мило. Вспоминаю себя в ваши годы. Не сравнивай меня с собой, чувак. Нам обоим нужны деньги, а у тебя дела еще хуже, ведь ты мне до хрена должна. Не так ли, Хлоя? А? Я отдам деньги. А ты ему? Разве не все так говорят? Сами на мели, но строят из себя крутых. Что у тебя там, малышка? Покажи. Откуда у тебя это? От друга. И это не твое, мать его, дело. Сейчас твое дело... Это же браслет Рэйчел. Какого хрена он у тебя делает? Угомонись, хорошо? Это был подарок. Врешь, тварь! Ты украл его! Немедленно отдай мне его, мудак! Лучше отойди, иначе пожалеешь, красавица. Я серьезно, могу тебя и порезать, сучка. Хуй знает. Пожалуйста, пожалуйста, отойди. Шутить вздумала? Опусти его. Ты что, ебанутая стрелять, что ли? Нет, у меня по проблемам было. Давай, девчонка, застрели меня. О, господи, да вы скорее Эббот и Костелло. Отличный ствол. Возьму-ка я его в залог. Благодарю. Не вернешь деньги до пятницы? Я выслежу тебя вот с этим залогом. Приятной игры, детишки.
Тогда я перемотаю. Надо было стоять на своем. Я испугалась. Я не люблю оружие. Отделаться от Нейтана будет тяжелее. Теперь мой грёбаный отчим запрет оставшиеся пистолеты в сейфе. Прости, Хлоя, но я никогда раньше не целилась в человека. Это не круто. Знаю, Макс. Честно. В смысле? Я предполагала, что такое может произойти. Не поняла. Все равно там еще есть пушки. Идем. Мое секретное. Нахуй для сначала говорить. Стой, не стреляй, брат. А после выбора стреляй, да похуй. С ним, ему нужны только его деньги. Так он же. Вот черт. Из-за меня Фрэнк забрал пистолет Хлои. Он бы и так, наверное, сказал. О, я могу к нему дать. Ну, все, я поняла. А, погоди. Нахуй мне это надо? Ой, нет, наоборот! Да, я ты готова к этому? Что? Надо подготовиться. У нас есть куча времени, чтобы делать, что мы хотим и когда мы хотим. Давай, чтобы я гор... Но я хочу его подстрелить, посмотреть, что будет. И потом обратно перемотать. Вот же шержака, чтоб меня. А, ладно. Я запомню тебя. Запомню, что ты пыталась сделать. Молись, чтобы мне отшибла память, потому что я ничего не забываю. Копись к своей трясёт маленький. У тебя есть время до пятницы. И не вздумай выкинуть такой номер снова. Иначе это будет твой последний раз. У него вон три патрона на шее, давай запить. Попробуйте пули, недоучки. Прости. Ты офигенна. Спасибо тебе. Угу. Идем. Мое секретное убежище сегодня не слишком секретно. Я только что слышала, как актриса сделала в микрофон. Ему только его деньги. Сука. Господи, я чуть не застрелила этого парня. Теперь он будет еще опаснее для меня и Хлои. Да, похуй, зато у нас пистолет есть. А где это убежище? Ничего себе. Откуда это у Фрэнка браслет Рэйчел? Нам нужно будет об этом поговорить. Но сейчас мне лучше идти за Хлоей. Ребят, делаем свою озвучку. Где она? Я все, я заблудилась нахуй. А, точно. Ну слушай, я когда была маленькая... У меня игры по дню качались, я не жаловалась вообще. А где она? А где она? Еще один день и с к чертям похеренной жизни. Мы в чат смотрели, я не... ждет меня, чтобы прогуляться. Нам обеим сейчас. Я до сих пор не могу поверить, что ты навела на Фрэнка ствол. Это было ужасно. Я рада, что он оказался не заряжен. Ты можешь моментально перемотать время и засадить ту бочку Фрэнку в зад. У тебя есть сила! Ты жестокая. Не упади. Я рада, что ты была рядом. Я тоже. Думаю. Хлоя, зачем ты связываешься с такими жуткими неудачниками, как Фрэнк? Это странно. Ну, тогда давай расскажу. И заебись, как место выбрали. Мире, да? Вот так бы навсегда. Поезд поедет нахуй тебе ногу. Может, отхуя... построим другой пиратский форт, подальше от остального мира? Нам нужна новая секретная база, чтобы Фрэнк не нашел нас. Ты в порядке? Правда, Хлоя, это пугает. Что если Фрэнк выследит нас? Прости,
На самом деле Фрэнк не такой жуткий. Все, что его интересует, это бабки, манатки, шелудивый пес. Ты видела, что произошло? Я чуть его не застрелила. Я знаю, что могу отмотать время, но Хлоя, это не игра. Хватит оружия. Макс, я знаю, эта хрень для меня в порядке вещей. Поэтому я и хотела свалить отсюда, не расплатившись с ним. Теперь расскажи мне, что конкретно между вами происходит. У него хотя бы фамилия есть? Его зовут Фрэнк Бауэрс. Травку мне подгонял. Тот самый косячок, помнишь? Короче, были у нас мутки. Мутки. Ты же не про... Нет, не было у нас секса. Какая мерзость. Он даже не намекал. Я просто облажалась, когда заняла денег, чтобы мы с Рэйчел свалили отсюда. И все? Нет. Я хочу узнать, откуда у него браслет Рэйчел. Как думаешь? Думаю, нам нужно быть осторожней и приглядывать за этим парнем. Но только чтобы он нас не заметил, ясно? Так странно говорить с тобой обо всей этой хрени. Так и было. Последний раз мы тусили, когда были мелкими. А все как будто... И все ради было. Браслета. Вот бы вы с Рэйчел познакомились. Не хотела его отдавать. Думаешь, мы с Рэйчел могли бы подружиться? Не такие уж вы и разные. Она разбиралась. Она, Рэйчел, отлично разбирается в искусстве. Плюс она такая же зануда, как и ты. Мы бы все стали друзьями навек. Она наверняка такая же крутая, как ты. Мы обязательно познакомимся. Рядом с рельсами мне всегда так спокойно. Не понимаю, почему. А Керуак знал. Романтика путешествий, постоянного движения. Свист поездов и стук колес по ночам. Да ты мать битник. Лучше бы я была хорошим фотографом. Фоткай ты сейчас. Но ты... Ты же прекрасный фотограф. Фоткай ее. Сфоткай, красиво же получится. Блять, куда ты пошла? Не солнце фоткай. Вообще поебать. Он так вибрирует. Макс, помоги, я застряла! Держись, Хлоя! А как она? Что за шум? Это поезд! О, черт! Блять, сними ботинки! Просто сними ботинки, дура ебаная! Вытащи меня, Макс! Ботинки сними, ебаланка, нахуй! Давай, Макс! Поторопись! Да блять! Она не заперта. Их нужно чем-то перерезать. Я даже сдвинуть не могу. Я съебываюсь. Господи, поезд! Макс, прошу! Черт, бобину что-то блокирует. Помоги! Чайк, ю, блять, ноль. Эта хрень мне точно поможет. Да и... Уроком будет, так она сдохнет. Какой нахуй урок? Да прям вообще на минимум. Где сейчас? А, все, все правильно. Сука! Почему я не могу спрыгнуть просто? Фу! Давай, Макс! Даже монтировка не помогает! Да ладно! А ну ты как так-то? Вытащи меня! Как? Я даже сдвинуть не могу.
Да просто вдруг я монтировкой поковырялась, и там лучше стало как-то. Не, так я думаю... Вот, видишь, у нее нога где застряла. Я думала, если я рельс подвину, у нее нога-то и выйдет. Давай! Давай, Макс! Поторопись! Я не хочу умирать! Да ты что? Реально не хочешь? Я решил поговорить, посмотреть, что он там это. Давай, Макс! Есть. Там, может быть, когда поезд едет, они сами... Короче, сейчас я объясню. Когда едет поезд, там вот эта штучка, которая переключает, она же сама по себе двигается, не? Ну, там зависит от... Короче, похуй мне. Ладно, и что мне им отрезать? Реально, бля, ногу отрезать, заебись! Не, ну, возможно же, что он не ручной переключатель какой-то. Кто-то этим занимается. Потому что она же не была подвинута до этого. Она же не могла просто туда ногу запихнуть и все. Давайте ногу отрежу. Я не хочу пускать в ход топор. Боже правый, Макс, она же не зомби. Найди другой выход. Да в смысле? Почему нет? А, я уж пробовала. Даже монтировка не... А чё я топором могу здесь сделать? Мысли в чём прикол, нахуй. Пожи, пожи, обожи. Не, так не про... Не будешь же каждый раз выходить, сука, машинист и переключать эту дорожку? Я... Мне кажется, там автоматизировано как-то, не? Да я пытаюсь, дура ебаная! Ладно, я прости, я погорячила. Не ебаная всё-таки. Я ебу, что ли, как тебя вытащить? О, аптечка. Может, поможет. Уже все посмотрела. А, или... Слушай, здесь было... Могу взять? Блять, я могу взять. Я думала, она автоматом возьмет. Я теперь как МакГайвер. Тише, тише. Войду и выйду, все просто. Давай, Макс! А сейчас она прыгнула, блядь. Ну, который из них? Это точно нужный провод. Да, получилось. Хорошо, ты снова спасла меня. С ума сойти. Мы теперь навеки связаны. Черт, едва пронесло. А в смысле какого не хуя? Не рада, что я затащила тебя в такие безлюдные дебри на краю света. Было круто побывать в твоем убежище. Но вот мне нужно штучку, успеть которая... хотя бы на последние раз, пары. Раз уж ты у нас таинственный супергерой, я буду твоим верным спутником там и компаньоном. Две дороги. Моя сила. Она вот так не вот, может оп, быть вечной. И ногу ее прижала. Зато мы она стрелку раз навсегда. И ногу отжала. Понятно? Объясняю.
Спасибо, что подвезла. Успеваю на урок по искусству. Спасибо, что поехала. Извини, что было так скучно. С нами никогда не случается ничего интересного, да? Слушай, может, твой дар как-то связан со вчерашним снегопадом? Это объяснило бы твое видение. Объяснило бы что? Снег предвещает торнадо, который сотрет с лица земли Аркадия Бэй? Ты обкурилась. Очнись, Макс. Ты уже дважды спасла мне жизнь. Ты изменила мою судьбу и судьбу многих людей. Ты же знаешь теорию хаоса. Бля, это реально оправдывает. И что ты знаешь о теории хаоса, мисс? Я ненавижу математику. Прошло 5 лет, засранка. Люди меняются. А у тебя здесь идеальный шторм на радость квантовой физики. Почему я? Я же обычный гик из небольшого городка. Это идеальный пример странных аттракторов. Вас что, ничему не учат в Блэквилле? Торнадо, перемотка времени, долбанный снегопад. Привет, Армагеддон! Так давай же оторвемся напоследок, рок-звезда. Как вы и сказали, профессор Прайс, супергерою нужен напарник. Почему эта хреновая неделя стала одной из лучших в моей жизни? Потому что мы с тобой снова вместе. Реально. Мне кажется, они в ванной, они, типа, они меняют свою обычную обувь в ванной на тапочки. Всё.